У кого свято? У меня сегодня свято. Я сегодня не работаю, обалдею. Если бы вы только знали, как меня сегодня тепло приняли. Это все, конечно, благодаря вашему дорогому міському голові. Так что сегодня он проспонсировал. Дякую. Михалыч сыт. В смысле... Вы же там что послышалось? Сыт, в смысле, наелся. Знаете что, мне дуже волнительно перед следующей песней, потому что она на украинской мове. А вы сами прекрасно понимаете, як это дуже смешно, коли якийсь иностранец співає не своєю мовою, а я для вас иностранец. Скажите, а есть здесь среди вас учителя украинской мовы? Есть? Или нема? Нема? Вот это можно мочить. Знаете что, ну раз приютили у себя белорусика, обогрели, обобрали, будете учить. Эта песня мне досталась по наследству от проекта X-Factor, и сам господин Вакарчук, это его песня, разрешил мне бесплатно исполнять на своих выступлениях. Если что не так, вибачте, но я дуже хочу, чтобы вы, кто знает цю песню, поддержали. Эта песня «Холодно». Холодно, як би не було, як би не дуло в твоє вікно. З ким би не йшла до сну, хто біля, хто плюс мою весну. Понятно, да?